Значит, покажем такой номер, очень просто, называется «Интервью с Богданом Титомиром». Ваши аплодисменты. Добрый день, дорогие друзья. В эфире нашей программы Богдан Титомир, секс-символ 90-х. Здравствуйте. Очень приятно. Богдан, ну, если можно, для начала спеть что-нибудь нашим телезрителям, что-нибудь конечно, такое. Конечно, я не могу сейчас, я не могу. Что-то из своих новых песен, может быть, что-то кайф, такое. Это секс, секс, это своего кайф. Своего репертуара какого-то. Как, ну, я пою уже. Ну. Ты так луна, ты так холодна. Секс, это кайф, кайф, это секс. Я понял. Машина. Богдан, тогда следующий вопрос. Вот вы знаете, на просторах постсоветского пространства, вот вы первые, кто запели о сексе, да? Да, да, вот, да. Секс-машины и так далее. А чем вы сейчас занимаетесь, мне интересно? Ну, у меня сейчас свой завод по производству рогаликов. А как вообще вы начали работать с Сергеем Лемахом, расскажите? Ну, мы вместе учились в кулинарном техникуме с ним. Вот, вместе мечтали о заводе по производству рогаликов. Я понял. Ну вот, и пошли на сцену зарабатывать деньги на завод. Рогалики. Вы знаете, мы все были шокированы, когда узнали, что группа распалась. Да, что так я произошло. Уже был в шоке, я был просто в печали. Ой, да. Тем более мне тяжело было постоянно находиться рядом с человеком, который в любой момент мог сделать так. Рап-тап-тип-ту-тап-тип-тип-тип! Сейчас просто, сейчас, извините, небольшая пауза в записи, хорошо? Да, небольшую паузу мы сейчас не пишем, там хорошо, нужно поменять кассеты. И... Нет, мы сейчас сразу можем продолжать, Богдан. Все, продолжаем, да. Мы пишем, да? Рогалики — это тема. Тема нашей сегодняшней передачи. Нет, нет, нет. Мы... А кто вот писал вам тексты, скажите? Какие тексты? Ну, вот это вот «Чао, бамбино, I love you, I need you», у-у-у-у, там «Лондон, гудбай», у-у-у. Ну, согласен, у-у, это мое. У-у, это мое. Я... Лемах писал тексты, а я вкладывал в них душу. Скажите все-таки, а почему вы так все время держитесь, Богдан? Ну, вы знаете, эта привычка осталась у меня еще с 90-х, когда был рэкет, знаете, да. Там рассчитывались перед концертом, денежку давали, поэтому я прятал в трусы и весь концерт вот так стоял. А сейчас что держитесь? Ну, кое-какие сбережения остались, конечно. Понятно. Дорогие друзья, у нас в гостях был Богдан Титомир, секс-символ 90-х. Слава богу, те времена прошли. Да. Спасибо. Ну а чё ты так стоишь? Ты делай как я, ты ж нормальный мужик. Ну чё ты, ну, чего ты, ну. Дорогие друзья, следующий номер такой. Замысловатый, естественно, политический. Вы знаете, в нашем парламенте есть такая мода, перекупают депутатов. Это делается как-то тайно, тайком, так вот несерьезно совершенно. В африканском парламенте все делается совершенно демократически. Африканский парламент. Да-да, пожалуйста, поднимайте. Вот, ну, пожалуйста, вот свежий, да. Товар, вот, товар, вот стоят, вот товар, все красавцы. Да. Тихо, соберись ты. Это вот, все смотри. Депутаты. Вот, да? Да, вот, вот красавец, смотрите, зубы какие, зубы покажи. Вот, вот, а? А, хорош. Ну, староват, немножко староват. Да он три часа его уже продержался, что? Он все законы знает, он умный, да? Ну, мне не, мне нужны умные, понимаешь? Мне нужно, чтобы работали хорошо и вопросов не задавали. Это же депутаты, понимаешь? Что вы? Следующий кто-то. Вот, выйди вперед, выйди. Ну, это ну, что-то. Молодой, да. Молодой. Берет одежда, ничего. Ну, ладно, ладно. Этого беру, а этого не беру. Хозяин, покупай нас обоих, хозяин. Возьмите, хозяин. Мы кумовья, не разлучайте семью, хозяин. Прекрати, стой. Ну, ладно, не порь товар. Беру вас обоих, все. Спасибо, ну, хозяин. Перестань. Спасибо. Да, ну, спасибо. Спасибо, хозяин! Ну, так, это... Что? Вот это кто? Вот это кто? Ну, что-то хиленький он, мышцы никакие вообще. Ну, он хорош! Не, этот трибуну не заблокирует, не. Не, ну, что? Откуда ты? Из Винницы. Из Винницы. Беглый? Ну, да, бегал там из ДПО в коммунисты, потом в БЮ, там мы его поймали. Вот. Смотри, побежишь от нас, поймаю, мандат оторву. Давай. Так, это кто? Ну, такой толстый, жирный. Скажут, депутаты зажрались наши. Ну,
А ну, крикни «Ганьба!» «Ганьба!» Этот сдуется на первом же митинге. Ну... Черт. Вот, вот этот хороший, вот он поет. Пой, пой, давай, пой! Эй, эй! Дикие танцы! Ты к черту, ты! Что ты мне за говно привез, торговец? Ну, ну что? Свежий товар ты желал найти, очень... По сколько эти? Ну, эти по 20 золотых, вот эти по 100. Вот хороший, ну выйди. Вот, хорош такой, ух, ходил в Житомире по своему избирательному участку и бил морду каждому, чтобы за него голосовали. Да. О, хорош. Ну, что, рюка? Ворует? Да. Беру. Красавец. Что ж ты делаешь, тварь? Отправлю всех на Невскую приемную. Пусть с бабушками разговаривают всю жизнь, ты понял? Сколько ты хочешь за него, торговец? Даром забирай! Можешь хоть час лечить его неприкосновенности, давай! Не, пусть помучается еще, давай. Вот, так, вот, вот, этот... 100 золотых. Ничего себе, что это эти по 20, этот 100? А он умеет читать. Читать? Да. А ну-ка дай-ка ему, пусть прочитает что-то. На, прочни, на. Шановні депутати, шановний голово, я хотів би довести до вашого відома, що за останній квартал економічні показники зросли на 6,5%. Стосовно питання щодо прийняття рівня субсидій для пенсіонерів та чорнобильців, наша фракція пообіцяла... Стоп, ну ладно. Ладно, и этого беру. Так, на колени, ну на колени, пусть... Ну, депутаты, кто был их прошлый хозяин? Ну, это, с косой. Забудьте про эту с косой. Будете нормально работать, никто вас не будет обижать. Потому что вас хозяин, тому, что винодельный, тому, что последовательный, тому, что патриот. Быстро работать! Быстро работать!